Добрый день. Сегодня 24 мая 2022 года. Я нахожусь в теплице. Здесь занимаются выращиванием томата и огурца. Ну, сегодня я хочу рассказать про томат. Здесь находится три сорта. Теплица первый год. Решили попробовать здесь несколько гибридов. Томат Pink Hit, где я сейчас нахожусь. Есть еще томат Pink ID и томат Pink Paradise, всем знакомый. Вот. Томаты высаживались в теплицу 2-3 марта, в одни сроки практически, можно сказать. Ну, 2-3 марта была высадка рассады. Рассада была 50-дневная. Значит, сейчас я нахожусь на Pink ID. Видим мы. Смотрите, вот первая кисть у нас, вторая кисть, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая кисть, и растения прищипнули. То есть, я уже ходил, смотрел, где-то получается 7-8 кистей, и после этого растения прищипывали. По питанию, ну, в принципе, здесь питание было такое же, наверное, как и у всех, ничего особенного. Также дают добавки железа, добавки цинка, добавки аминокислот, это имеется в виду и в каплю, и по листу. Регулярно работают фунгицидами на профилактику. С насекомыми не было больших проблем, вот. Но, как говорит сам фермер, меньше всего проблем было с Pink ID. Меньше всего. Ну, к нему я попозже подойду. Зайдем в ряд еще, посмотрим Pink ID дальше. Ой, Pink Hit. Сейчас мы на Pink Hit. Чтобы было понятно, какой размер. Вот в среднем где-то 4, 5, где-то 6. Ну, если 6, то кисти поменьше. Плодов на одной кисти. Ну и размер, я думаю, ну вот. Вот это, наверное, самые большие. Самые большие. Что-то здесь уже собиралось. Ну вот, посмотрим, здесь есть более или менее розовый помидор уже. Опять же, первая, вторая, сложная, третья, четвертая, пятая, шестая, и прищипнули здесь 6 кистей. Ну, есть вот такие вот кисти. Но зато здесь был пропуск, у нас не было полноценной второй кисти. Можно сказать, сразу была у нас уже вот она, где третья находится. То есть он пропустил одну кисть, зато первая кисть получилась такая довольно-таки мощная. Ну, если заметить по другим растениям, тоже вторая кисть, она была, ну, не совсем полноценная. Pink Hit. Сейчас зайдем на Pink ID. Посмотрим Pink ID. Вот здесь уже начинается Pink ID. Здесь больше уже розового томата. Уже где-то повсюду убирается и первая, где-то даже уже что-то уходит и со второй кисти. Вот такой вот цвет. Здесь у нас тоже получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кисть. Но тут еще не прищипнули, наверное, будете тоже прищипывать его сейчас. Вот. Там томат прищипнутый. Как говорит сам фермер, что по размеру, максимальный размер. Размер, правильно я говорю, что здесь самый крупный на Pink ID? Да. Даже в два раза.
Вот, верно, за мной. Ну, здесь видно, что формируется у нас и верхние кисти, тоже довольно-таки крупный он. Вот у нас получается первая, вот она вторая кисть. И третья. Вот это уже четвертая. А, первая уже убрана. Да. Первая уже убрана, вторая, вот эта третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Первая уже убрана. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Ну и цвет насыщенно розовый цвет. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Ну вот пятая кисть, да. Калибр. Шестая, седьмая, это восьмая. Восьмая получилась сложная. Там есть. Шуба. Так выглядит Pink ID. И сейчас зайдем на Pink Paradise. Даже есть вот такие вот бугаи. Это у нас тоже уже, посмотрите. Первая, вторая, это третья кисть. Вот так вот выглядит третья кисть. Нормировки ты вообще никакой не делаешь, правильно? Нет, не абсолютно никакой. Как растет, так растет. Значит, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Да, мощно, мощно. Просто у него на всех кистях они крупные. Так, и рядышком тут еще есть Pink Paradise. Ну, Paradise сейчас выглядит где-то вот так вот. Получается у нас здесь тоже. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая кисть. Ну, Paradise, я думаю, все вы знаете, что он более генеративный. Больше междоузлий получается на той же самой высоте. Вот, ну, грубо говоря, до шпалеры мы можем получить больше кистей. Вот, но... По размеру он все-таки Pink ID проигрывает. И по ранности он проигрывает тоже, потому что здесь, смотрите, вот убрана первая была кисть, была вторая, третья. А на Pink ID первая кисть уже практически везде уже убрана. Вторая, третья подходит уже Pink Hit. Получается, если расставить по местам, первые сборы делались на Pink ID, вторые сборы потом начал давать Paradise, и потом третий гибрид, это уже Pink ID. Pink Hit. Все, везде все одинаково, никаких добавок отдельно тому или другому томату не дается. Размик, ну скажи что-нибудь еще сам, вот какие-то свои заметки, которые ты увидел про томат, что-нибудь, что понравилось, что не понравилось. Да, мы первый год выращиваем томат и огурец, поэтому как бы нам времени никогда не было заниматься им плотно. Угу. Все работало в заброшенном виде, так скажем. Еле успевали там, и ухода так какового вообще никакого не было. Угу. Все как росло, так и росло, так скажем. И что получили, то и получили. Но факт, в Pink ID все листья у всех желтели, а они зеленые были. То есть он всегда показывал себе с лучшей стороны от первого дня и до, в принципе, последнего дня. И как бы это впечатляет, конечно. Ну, ты сам, как есть, скажи, решил остановиться на Pink ID? Ну, на сегодняшний день сейчас посмотрим, как продажи, то я думаю, что да. По внешнему виду очень красивый, по вкусовым тоже. Вот даже я собрал разные сорты. Я сейчас... Вот, Paradise. Они все разные.
Pink ID Paradise. Вот Pink ID Paradise. Сейчас мы даже на вкус попробуем. По цвету, по-моему, они примерно одинаковые. По форме получается, просто здесь чуть-чуть. Пинхит более плоский. Да. Хотя все опыляли вручную, так скажем. Сейчас этот, ну, такой вот результат. Ну, даже посмотреть на все кисти, они, такие обработки не велись, как увеличители плода, там, такого сильного ничего не было. То есть, на обычном питании все. Да, и у всех одинаковое питание было, то есть, ничего не обделяли, ни его, ни его. Поэтому, как выросло, так выросло. Факт. Вот, любой помидор взять. Мы вчера снимали помидор, по 700 грамм был помидор даже. На любую сторону просто развернись, туда даже. Они все огромные. Есть на пятой кисти уже большие помидоры. Вот это радует просто-напросто. Не на всех такие есть.